в Польше. Прыгают с крыши евреи, мусульманин и черный. Кто выиграет? Ну и кто? Общество. Желаю нам, всем нам, успешного завершения работы. Наш Христос будет еще выше, чем в Рио-де-Жанейро. Споем. Будешь моей женой? Яцек, слышишь меня? У тебя есть лицо. Мы с тобой, Яцек. Христос дает тебе второй шанс, вторую жизнь. Ты ему не безразличен. Очень хорошо выглядит. Но ты должен пообещать мне, что будешь причащаться. Будешь молиться и перестанешь слушать металл. Ведь кто знает, не это ли стало причиной того, что произошло? Что вы почувствовали, когда увидели свое новое лицо? Яцек и Лишан в состоянии работать. Брат говорит, поцелуйте меня взад. Яцек обручен с вашей дочерью. А что, если их дети будут такие же? С такими же лицами? Это не мой ребенок. Нужен экзорцист, чтобы изгнать его. Экзорцисту очередь на год вперед. Ты ведь любишь его? Не знаю. Понимаете, для нас важен момент внутреннего перелома. Мы хотим, чтобы пан Яцек стал лицом нового продукта. Недавно мы запустили кампанию нижнего белья с моделью без ног. И придумали слоган «Шаг в будущее». Кампания сработала на ура.